В Москве закрылся весь иностранный масс-маркет. Многие российские СМИ стали иноагентами или переехали в другие страны целыми редакциями, а экоактивисты испортили шедевры мирового искусства. Что, кажется, уже где-то это слышали? 2022 год был, мягко говоря, непростым. Подводить его итоги и ставить цели на следующий сложно, но нужно. В последнем в этом году новостном выпуске вспоминаем все, что попало в наш объектив. Главные события на журфаке, в МГУ и мире. В студии сегодня с вами я, Екатерина Воткова. Поздравляем! Вы иноагент! Вспомним главные потрясения в сфере медиа за этот год. Фейки, списки нежелательных организаций и VPN. Изменилось ли что-то в статистике? Поговорим о запрещенке. Кого теперь нельзя слушать и читать, и как культура адаптировалась под новые ограничения? Главная настойчивость. Расскажем, у каких звездных спикеров мы брали интервью в этом сезоне и чего это стоило нашим продюсерам. В 2022 году было много лиц и событий. Как и в этом выпуске, вы смотрите «Маховую 9». На журфаке МГУ завершилась акция «Елка желаний». Уже 25 декабря новогодние подарки получат дети из московского детского дома «Радуга». А вот 2022 для студентов начался с изменений. С этого семестра больше нет профессионального модуля «Музыкальная журналистика». Его объединили с лайфстайлом, а политмодуль трансформировали в социально-политический. Общественно-политическая тематика становится шире, чем чисто политическая. Вы этого не видите, мы это видим, потому что мы мониторим. Да. 70 человек приходило на политическую журналистику. Да, сейчас 30-40. Это меньше на протяжении десятилетий. Это правда. Ни музыки, ни политики, зато есть новое международное отделение. В этом году на него зачислили 56 абитуриентов. Открывали не только образовательные программы, но и развлекательные проекты. На журфаке появился киноклуб и вернулся бал физиков и лириков. Правда, его уже успели перенести с 10 декабря на 25 января из-за ковидных ограничений. Зато появилось время на дополнительные репетиции. Напомним, тема этого бала – вселенная Гарри Поттера. Среди этих людей, которые отправили нам заявки, были как выпускники журфака и физфака, были люди вообще не из МГУ, были просто сторонние люди, были и студенты других вузов, и мы думали как бы им сказать, что у нас просто не поместится такое количество людей на факультете. И это только часть того, что произошло на факультете в 2022-м. С таким потоком событий справиться нелегко, тем более никто не отменяет учебу, сессию и работу. Поэтому на журфаке появился психолог. Правда, попасть к нему тот еще квест. Свободные окна разобраны примерно на 2 недели вперед. Кому точно нужен был психолог в этом году, так это журналистам и сотрудникам редакций. Никто не застрахован от звания иноагента или нежелательной организации. Так уже в ноябре в списке Минюста оказались больше 200 СМИ. Как разные медиа пережили этот год? В репортаже Валерия Гамбург. Стойки с журналами в магазинах пустеют, а интернет-издания пополняют свои ряды. Медиагруппа «Шкулев Медиа Холдинг» собирается выпустить 2 стартапа в январе 2023 года. Первый – «The Girl» – медиа о моде и звездах шоу-бизнеса. Второй – «MediCor» – об интерьерах. У медиагруппы уже есть успешные проекты, например, «Эль Girl» и сайт «Woman.ru». Главная фишка комедийного шоу – «Женский форум». Знаменитый человек, о встрече с которым вы пожалели. Знаменитый человек, о встрече с которым вы пожалели. Неважно, была ли встреча случайной, или это произошло по работе, после концерта и т.д. Зарубежные, российские считаются все. Хэштег знаменитость. Новые проекты действительно актуальны. В этом году издательский дом «Конде Наст» объявил об уходе из России. Он выпускал журналы Vogue и JQ. Такое решение приняли не только лайфстайл-СМИ. На территории страны свою деятельность приостановили «Дождь», признанные иноагентом, и «Новая газета». А на частоте «Эхо Москвы» теперь звучит «Спутник». Причина – закон о фейках. В марте он был принят Госдумой, а после Роскомнадзор заблокировал ряд изданий. Ну, смотреть источник, где ты эту информацию берешь, раз. Смотреть источник, где они эту информацию взяли, два. Смотреть, что за информация, какие данные, цифры, имена, географическая привязка. Смотреть, в какой мере это все соответствует остальной реальности. Смотреть, что по этому поводу пишут другие. В
попытках бороться с фейками в России заблокировали Твиттер и Инстаграм, который принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Мета. Многие пользователи до сих пор заходят в соцсети, правда, с помощью VPN. А вот большинство блогеров перешло на другие платформы – Телеграм, ВКонтакте и даже Одноклассники. Там все еще можно монетизировать контент. Блокировки платформ – не единственная проблема. Вместе с этим участились хакерские атаки. Например, весной этого года группировка Anonymous взломала сайты крупных российских СМИ – Коммерсант, РБК и ТАСА. Инъекционные скрипты ставили для рекламы порноуслуг, инъекционные скрипты ставили для других каких-либо незаконных активаций на сайтах. Это, ну, история, которая проста в исполнении, быстра, в отличие от полноценного взлома. Ну, какое-то время, естественно, простаивают рекламные системы, но это ничтожно малое время. С хакерскими атаками справились, но западные СМИ так и не вернулись. Некоторые отечественные издатели все же нашли решение, изменили название. Например, Esquire теперь «Правила жизни», а Cosmopolitan – «The Voice». Гендиректор Independent Media Наталья Веснина утверждает, это отличный шанс для журналов идти вперед самостоятельно. Видимо, также решили и в Шкулёв Медиа Холдинг. Освобождение ниши – импульс для создания собственных стартапов. Валерия Гамбург, Анна Попова, Маховая, 9. Насыщенным этот год оказался не только у СМИ, но и у Московского университета. Подробнее расскажет Иван Котов. Да, но скажу заранее, речь пойдет не о кулерах и не об открытии очередного коворкинга. Все гораздо глобальнее. Маховая 9, например, побывала на Конгрессе молодых ученых в Сочи. Встреча была посвящена десятилетию науки и технологий. Эксперты из 40 стран обсуждали достижения в России и мире за 2022 год. Например, искусственный интеллект, беспилотники и популяризацию науки среди молодежи. И Конгресс — это точки сборки всех инициатив десятилетия, всех научно-технологических образовательных программ, когда встречаются разные аудитории, молодые ученые, студенты, те, кто занимаются политикой в области науки, образования, представителей вузов и компаний, и на одной площадке обсуждают вопросы. На Всероссийском научном фестивале «Наука 0+» студенты МГУ учили посетителей делать массаж сердца или даже определять качество воды с помощью микроскопа. Старшекурсники играли с гостями в монополию. Правда, не обычными фишками, а бактериями. Узнать что-то новое, доказать что-то новое – это, конечно, самое большое счастье, что бывает в жизни, поэтому мне не стыдно агитировать детей идти, в частности, в математику. Но на самом деле, в любую науку, потому что много бонусов, в частности, общение с очень интересными людьми. Студенты участвовали не только в научных конференциях, еще соревновались в музыке, танцах и моде на студенческой весне. Екатерина Куркова, учащаяся высшей школы телевидения МГУ, стала первой среди вокалистов, а университет завоевал гран-при в командном зачете. В 2023-м вуз может повторить свой успех на конкурсе и покорить новые горизонты. Уверен, в следующем году будет еще больше мероприятий и достижений. Ну а наша задача — быть в курсе событий и делиться новостями. Про студенческую активность в МГУ рассказал Иван Котов. Непростым был год и для российской экономики. В марте с рынка начали массово уходить бренды одежды, и цены стремительно росли. Zara, Bershka, H&M и другие временно приостановили торговлю в стране. На финальные распродажи россияне выстраивались в очереди, занимали несколько этажей и выкупали места поближе ко входу в любимый магазин. В декабре в H&M, например, подтвердили, все магазины компании в России закрыты. Их было порядка 150. К тому моменту ушедших игроков уже заменили российские аналоги в разных секторах. Теперь вместо Levi's – джинса, вместо Coca-Cola – добрый кола, а вместо Lego – мир кубиков. Площадки зарубежных ритейлеров в торговых центрах занимают отечественные бренды – Топ-Топ, Зарина и Бифри. Уход сетей, да, будет связан с тем, что, ну, мы не получим то многообразие товаров, работы и услуг, которые вот сейчас представлены на рынке. Но это не значит, что нам нечего будет одевать, нам нечего будет покупать для того, чтобы пропитаться. Покупатели опустошали полки и в продуктовых магазинах. Чаще всего скупали муку, сахар, крупы и средства гигиены. Магазинам даже пришлось ввести лимит на продажу товаров в одни руки. Например, не больше 10 пачек гречки на покупателя. Рост цен весной вызвали проблемы с логистикой и ажиотаж покупателей. Специалисты призвали людей не впадать в панику, а продумывать свои покупки, даже те, которые делаются впрок. Сколько, например, в месяц вы съедаете? То есть вот пачка гречки, килограмм гречки, вам этого обычно хватает на месяц или на две недели? И вот исходя из этого, исходя из того, что у круп срок годности где-то в районе полугода, да, ну, две, максимум три пачки гречки, это вам хватит.
Сегодня цены продолжают расти, пусть и не так резко, как весной или летом. Например, общая стоимость новогоднего стола на семью из четырех составила 6737 рублей. Это примерно на 500 рублей больше, чем в прошлом году. Продолжаем говорить об экономике. Теперь про рынок труда. Карина, где будем работать после журфака? Да где угодно, Катя. Главное, чтобы диплом пригодился. Но на самом деле почти половина выпускников российских вузов работает не по специальности. Большинство просто не знает, с чего начать карьерный путь. Эксперты рекомендуют первым делом изучить рынок труда. Так можно понять, какие профессии актуальны. Например, по последним данным, особенно востребованы специалисты в сфере продаж, IT, маркетинга и рекламы, а также финансов и бухгалтерии. Не заметили в списке журналистику? Не переживайте. Для выпускников журфака перспективы куда шире. И мы даже не про Макдональдс, не про вкусные точка. Устроиться на работу попыталась и я. Правда, ожидания с реальностью не совпали. Об этом, а еще об издательском бизнесе, создании музыкальной группы и даже гадании на Таро рассказываю в специальном репортаже. 87% выпускников жалеют о получении специальности журналиста. Это самый высокий показатель. Такую статистику приводит сервис ZipRecruiter, аналог российского HeadHunter. А на журфаке МГУ число абитуриентов только растет. В этом году поступило более 500 человек. И многие хотят работать. Однако на рынке есть проблемы. Международные компании уходят, зарплаты на актуальных вакансиях падают, а позиций стажеров становится меньше. Но для журналистов есть решение. Спрос журналистов есть и довольно большой. Это связано с тем, что государство значительно внимательнее стало относиться к СМИ как источнику информации, источнику пропаганды. И, собственно, очень много государственных и пригосударственных СМИ открывают вакансии, и вот в таких СМИ вакансий много. И, собственно, там трудоустроиться человеку, особенно с дипломом журфака МГУ, не представляет собой никакой сложности. Если госсми не ваш вариант, есть локальные компании. В Москве выпускникам журфака чаще всего предлагают вакансии редактора, СММщика, копирайтера и автора телеграм-канала. А вот спрос на специалистов в сфере пиара и маркетинга за последний месяц только 5%. Писать тексты или быть рекламщиком – типичная карьерная колея. Но некоторые решают разнообразить свою жизнь. Константина Спиранского профессия журналиста не зацепила. Зато музыку он увлекся еще до студенчества. Все началось с подросткового рэпа, а продолжилось созданием группы «Макулатура». За время существования коллектив даже открыл веганское кафе в Санкт-Петербурге. А сам Константин работал там поваром. Сначала нам очень многие люди приходили, и прямо, когда узнали, что там у нас у группы «Макулатура» есть своя кухня, и с первого дня они приходили и ели нашу невкусную еду, которую мы еще не умели готовить, и не понимали, что мы делаем. Потом там меню утвердилось и все такое, и мы стали делать такую простой фастфуд на основе того, что у нас было. Так что после журфака и бизнес-план прописывать, и рэп читать. А если нет таланта для выступлений на сцене, можно работать за кулисами. Например, ивент-менеджером, заниматься организацией мероприятий. Оказалось, зарегистрироваться на ХХРУ довольно просто. Я разместила резюме и откликнулась на пару вакансий по организации мероприятий. Так со мной связался HR театрального продюсерского центра. Что за компания, пока не понимаю. Но мне предложили должность помощника менеджера по организации мероприятий. График стандартный 5/2, зарплатой до 100 тысяч. Идем узнавать подробности. Консультировать гостей, участвовать в премьерных показах и работать с актерами – обязанности, которые обещает компания на ХХРУ. В реальности же все немного прозаичнее. Каждый продюсер должен уметь продавать свои мероприятия. Поэтому все начинается, учим именно продюсированию внутри компании. То есть ты приходишь, сначала я тебя буду учить продавать билеты по телефону. Звонить, общаться с разными людьми. Даже обзванивать клиентов нужно грамотно. Поэтому сотрудник компании рассказывает про 5 шагов успешной сделки, то есть продажи билетов. Главное – представиться студентом театрального института, а дальше в дело идут коммуникативные навыки. Даже диплом журфака пригодился. Но, честно говоря, играть в театр не хочется. Намного серьезнее и прибыльнее издательское дело. Книги – прекрасная сфера, говорят эксперты. Можно работать с авторами и за короткое время разобраться в рынке. А стать сотрудником, например, группы «Эксмо АСТ» несложно. Чтобы попасть в издательство, в издательскую группу, достаточно просто написать на почту и предложить, прохождение практики, например. У нас были практиканты, которые к нам приходили на лето или на полгода. Помогали пресс-службе.
вот, выполняли там такие же абсолютно функции. Ну, все-таки журфак МГУ это остается определенной маркой и показателем качества, поэтому я думаю, что особых проблем не должно быть. Все открытые вакансии Эксмо на официальном сайте. Кстати, одна из них – выпускающий редактор по направлению религия. Но это не единственный путь к Богу. Федор Пономарев начал посещать храм, исповедоваться и причащаться еще когда работал на телевидении. Тогда он освещал социально-политическую повестку. Например, протесты на Болотной площади и проспекте Сахарова. Федор рассказывает, помогать людям ему нравилось всегда. Журналистикой это никак не связано. 10 лет проработал на ТВ, спустя время оставил профессию, зато освоил новую, и навыки работы в СМИ пригодились. Это в целом помогает общению с людьми, потому что, конечно, я и преподаю какие-то духовные предметы, там, ну, и на курсах для взрослых преподавал одно время, и в воскресной школе, там, детям разного возраста, и детишкам, и подросткам, провожу беседы там, с людьми, да, которые готовятся, например, венчаться или готовятся крестить детей. У нас сейчас эти беседы обязательные. И я понял, что если вот мне какая-то болтливость такая от Бога дана, то это не обязательно недостаток. Эту самую болтливость можно как-то очистить, да, и как инструмент использовать для чего-то хорошего. Впрочем, менять профессию сегодня – обычное дело. Правда, у всех своя религия. Например, Евгений Косман тоже окончил журфак МГУ, потом прошел переподготовку на психолога и теперь гадает на картах Таро. Рассказывает, журфак помогает выстраивать коммуникацию, а психология – анализировать эмоциональные реакции. Первые расклады Евгений делал еще в студенческие годы. Тогда они стоили 50 рублей. Я вот когда писал диплом на журфаке, я ходил на эту битву экстрасенсов. Просто мне встало... Я подумал, что это будет интересная тема для диплома. У меня была тема диплома программы «Историческая направленность на российском телевидении. Этический аспект на примере телеканалов ТНТ и ТВ-3». Вот так вот. Но на меня смотрели, как будто бы я кресты сжигаю, когда освещал диплом. Я там написал, что вот я ходил на битву экстрасенсов, там я провел целое расследование. Но получилось так, что я прошел просто кастинг, я сам не думал, что это получится. Сегодня стоимость услуг Евгения более 10 тысяч рублей за сеанс. Чаще всего обращаются за советом в отношениях и по финансовым вопросам. А вот разобраться со своими мыслями – задача не из простых. По данным аналитиков, 54% россиян хотели бы попробовать себя в новой сфере. Как показывает практика, это может быть религия, кулинария, таро, собственный бизнес или издательское дело. Так что жалеть о дипломе журфака или нет – вопрос философский. Карина Сергачева, Александр Аганов, Ростислав Жемчужнов, Глеб Кононенко, Елизавета Александрова, Маховая 9. Знаешь, Катя, а у меня бы получилось гадать на таро. А я, пожалуй, попробую поработать по специальности. Не зря же третий год на журфаке. Ну, удачи! О перспективах российских журналистов рассказала Карина Сергачева. Переживает потрясение и сфера культуры. Начнем с хороших новостей. В некоторых региональных кинотеатрах России покажут фильм «Аватар. Путь воды». Поэтому, чтобы увидеть вторую часть легендарного бестселлера, придется ехать во Владивосток или Екатеринбург. Но это неофициально. Так кинотеатры пытаются привлечь зрителей и получить прибыль. Впрочем, почти половина кинозалов в России по-прежнему закрыты, и даже надежда на стриминги пропадает. Из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ онлайн-платформы начали подрезать контент. Кстати, запрет коснулся и книг. Наш корреспондент Екатерина Полевик разобралась, как культура адаптировалась к новым ограничениям. Конечно, но я же человек, я недоволен. Моргенштерн, Манижа, Иван Дорн и даже Меладзе. 15 декабря многие телеграм-каналы написали, что теперь никаких больше вечеринок. А если серьезно, то в московские школы якобы спустили список артистов, чьи треки нельзя включать на новогодних дискотеках. Почти сразу департамент образования эту новость опроверг. Никакого стоп-листа, мол, нет. Что же на самом деле будет играть на дискотеках, пока неизвестно. А вот перечень писателей и иноагентов уже давно никто не скрывает. Книги Зыгоря, например, продают в непрозрачной упаковке с пометкой 18+, либо вообще убирают с полок. Еще одно ограничение – закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Я надеюсь, что будут какие-то проходить совещания с представителями индустрии, потому что, ну, закрыть можно, знаете, там, любую книгу за любой чих. Запрет на книги – еще одна обсуждаемая новость этого года в культурной сфере. Некоторые сервисы после принятия скандального законопроекта разослали авторам письма с просьбой проверить книги на запрещенку. Но мириться с ограничениями готовы не все. Указанные темы представляются мне глубоко интимными, но имеющими большое значение для жизни многих людей.
Спасибо за письмо, но перечитывать изданный текст в поисках «Не сказал ли я запрещенке» не буду. Кстати, закон о запрете пропаганды сказывается и на кино. Например, «Амедиатека» заменила слово «гей» на «мужчина» в русском переводе сериала «Белый лотос» и даже закрыла простыней голые ягодицы героя в постельной сцене. Единственный способ увидеть новинки без купюр – пиратские сайты, либо смотреть отечественные картины в кино. Правда, более 40% залов в России закрылись. С одной стороны, конечно, не позволит рынку развиваться достаточно активно в ближайшее время. С другой стороны, у нас возникает такая, может быть, и вынужденная, но тем не менее важная история по созданию суверенного кинематографа. Еще одна законодательная мера. В августе в Госдуму внесли предложение о принудительном лицензировании контента. Основная идея – получать права, например, на фильмы из недружественных стран через суд, без согласия правообладателей. Однако 2/3 кинорынка протестуют, боятся окончательно испортить отношения с Голливудом. Недовольны в этом году и картинные галереи. С октября участники движения Just Stop Oil провели несколько акций в европейских музеях. Вылили томатный суп на подсолнухе Ван Гога, а из последнего заклеили постерами картину Джона Констебла «Телега для сена». Правда, в этот раз защитного стекла не оказалось. Специалисты из Национальной галереи Лондона оценили ущерб в 1000 фунтов. В Санкт-Петербурге на выставке «Найти Бэнкси» вслед за «Just Stop Oil» картину облили кремом от прыщей. Правда, российские активисты борются не за экологию. Их лозунг – «Стоп косметика». Остановить нефть, запретить хайлайтер, забыть про ЛГБТ-персонажей или убрать треки Меладзе. Остается только надеяться, что в новом 2023 году запретов не станет больше. Екатерина Полевик, Александра Аганова, Дарья Рахманова, «Маховая 9». В наших выпусках помимо культурных событий также есть интервью с блогерами, комиками и даже олимпийскими призерами. Об этом Егор Глазунов. Егор, легко ли взять синхрон у известных людей? В этом году у команды «Маховой 9» было много трудностей по согласованию съемок, но наши продюсеры справились. Да, они умеют ходить по тонкому льду. Кстати, про лед. Интервью с серебряным призером Олимпийских игр Александрой Трусовой набрало рекордное количество просмотров и комментариев на нашем YouTube-канале. Но было не только интервью. Корреспондент «Маховой 9» съездил на тренировку в Хрустальный и даже научилась делать перекидной прыжок. Я только начинаю заниматься фигурным катанием, и не все у меня получается, даже простой перекидной. Саш, может быть, ты подскажешь, как мне его делать? Да. Так, встаем, подводим ногу с руками вместе. Замах руками и в прыжок вместе с руками. В Ледовом дворце со звездой Олимпиады провели несколько часов, но это не полдня на открытом катке зимой. На такие жертвы пришлось идти ради фигуристов Алены Косторной и Максима Ковтуна. Корреспондент и оператор приехали на 3 часа раньше съемки, чтобы успеть на пресс-подход. В результате интервью с фигуристами есть только у Первого канала и «Маховой 9». Еще один VIP в эфире – Евгений Чеботков. Вот только договариваться продюсерам пришлось не с ним, а с Ленинкой. Там комик читал произведения классиков русской литературы. Когда была пандемия, нельзя было выходить, я в прямом эфире читал своим подписчикам в Инстаграм, в прямом эфире, книги свои любимые. В процессе съемки начались проблемы с камерой. До конца чтения еще как минимум полчаса, а зарядка уже почти на нуле. Но техника выдержала, а райтер даже успела сделать фото с Евгением Чеботковым. Недавно мы снимали Open Talk с Яной Чуриковой и Сашей Спилберг на журфаке. После пытались получить интервью с каждой. Это было восхитительно пообщаться с ребятами. Я очень вдохновлена, чувствую в себе прям такую энергию. Оказалось, у Саши Спилберг, например, времени нет совсем. Таксист практически ждал ее у журфака, но минуту разговора все-таки записали. А вот Яна Чурикова, видимо, не торопилась. Говорила с нашим корреспондентом больше 2 минут, но и этого времени достаточно для пары вопросов. Так что сотрудники редакции могут договориться с кем угодно, несмотря на все трудности. Но со сложностями столкнулись не только наши продюсеры. Этот год стал непростым для студентов, преподавателей, да и для всего мира в целом. Но наступает Новый год. И сейчас хочется подумать исключительно о хорошем. В 2023 году редакция «Маховой 9» желает вам больше позитивных новостей. Пробуйте себя в чем-то новом и обязательно достигайте своих целей. Всегда находите выход даже из самых сложных ситуаций. Но чтобы таких ситуаций было как можно меньше. А еще улыбайтесь чаще. И пусть бессонных ночей и первых пар будет поменьше. А поводов для радости и успешных проектов побольше. Желаем в новом году разговорчивых спикеров и сговорчивых преподавателей. Выходите за рамки и занимайтесь творчеством. К
Кстати, в этом году на Маховой 9 творчества стало больше. Открылось два новых спецпроекта. Говорили о музыке в джеме и о спорте в профане. Желаем и вам сил и ярких идей. С наступающим Новым годом! Новостной отдел уходит на каникулы. До встречи в эфире!